Сегодня так рыбалка по-быстрому. Ребятня у меня там отдыхает, сосиски жарят. Я пока вышел маленько покидануть. Пацаны удочки взяли. Один уже 12 пескарей поймал, а я только одного. Непорядок. Надо щуку ловить. О, видишь, хоть рыбачить научитесь. Ты сфотографируйся. Капец. С рыбой-то. Учитесь, студенты. Видишь, какой ельчик? Знаете, что с рыбой надо делать? С рыбой знаете, что делать надо? Три. А где ваш пакетик? Ну ты ж видела, что я с рыбой делаю. Сидорич. Я ее прям сразу раз и все. Фу, блин. Пока пришел, я уже наелся. Кстати, у нас там уха. Да, там сами же ухой сидит. Вы уже ее подбросили? Нет. Да что ты так сильно не дергай так. Елец где-то по кустам стоит. Главное не забыть, что не в забродниках. А то, блин, занырну. Птички такие хорошие. Ну и лес где-то прячется. Должен тут елес быть. Куда делся-то? Так, кто-то пытается клевать. Пискарь, наверное. Стучит. Еще ельчик. На выход из переката. Вот, папа,
Они уж сусликов наловили, наверное. Кого? А где наш? Вон они едут. Вон они. Вот все, в кино попало. Что, сама поймала? Сама прям поймала? Поймала рыбу! Ну вот теперь на рыбалку проситесь. А? Теперь на рыбалку проситесь. Конечно. Пусть удочки вам делают. Посмотрим, как погода. Вы ж не одни, там еще 6-й, 7-й, 8-й. Ну, конечно. Вы еще до 9-го будете ходить. Окуней-то нету? Окунь тоже был маленький. Когда был? Я сюда купаться ходил, нос. Они поспевали. Так я уже устал их ловить. Главное, червяков не облизывайте. Алён, дай мне, давай поменяемся. Ты Вадиму возьмешь, а я это. Егора. Ладно, иди сюда. Ой, тихо, тихо. Вадиму, смотри, на первый приезд. Рыбач? Ну, он отсюда. Ой, да блин, ну блин, ну что? Можешь, Станислав Геннадьевич, на первый переезд начать? Сейчас, что ли? Мы побежали. Нет! Мы собираемся уже. Понимаете, на первый переезд я жду. Хорошо. Блин, ну, а мы тоже рыбачим. Спасибо. Ты куда, Вадим? Ну, сейчас придем, Станислав. А удочку? Посмотрите, на одну порыбачить. Хорошо. Смотрите, я сейчас вам покажу, сколько я уже одна поймала. Сама. Сама столько наловила? Да. Ну вот, дома похвастаешься. А мы же домой пойдем. Возьму я их потом где выпущу только. О, видишь, тащит, смотришь. Давай. Бери. На себя, Греся, на себя. Греся, дай, иди сюда. Что ты ее мотыляешь, этого пискаря бедного? Давай, сюда. Просто сюда. Да нельзя. Я тебе сейчас прибью, если он... Ну, а ты где? Все, поймала. Наконец-то. Сюда отпускай давай. Так вот кто там тебя поменяет? Вот там вот где-то, да? Сами учитесь. Хотя нет, они на вот этот у меня... А ты-то поймала? А? Ты-то поймала? Нет. А что? Настя, смотри, сколько я уже ловила. Одна. Можно с вами? Давай. Ну, давай сюда. Вы что, поймали? Давай. Смотри, это я. Тут одна Олесина и это все мать его сам. Подожди. Лесь, ты купи. Выпускай просто, а я просто пойду. Нет, давай Олесину банку. Ой, да. Смотрите. О, видишь. И тут одна лесина. На целую жареху хватит. Я их выпущу. Отпускай. Пускай живут. Нет, а как я папе докажу? Сфотографируй. Папа, скажи, это мальчики вот мои. А вот тут кино есть. Там вы на видео ездили, ловите.
чуть-чуть дальше будет. А сюда я пойду хоть. Смотри, у тебя поплавок там запутался. Все, все, цепилось. Ух ты, специалист. Надо за леску тут бежать, потому что... Да нет, да подожди ты, Миша. Ой. Почти можно. Давай, дайте Насте, Насте дайте рыбу поймать. Вот за это держи, чтобы у него тут клон, видишь, это сломано. Чуть-чуть дальше. Ты заодно держись. Соревнования рыбаков прошли. Между делом. Кто больше всех поймал? Вадим. Вадим, сколько у меня поймал? 19. 19, вон, считали. Чего считали? Не знаю. Вот, видите, не знаю. Так, ладно. Значит так. 20. Считайте здесь там. Сникерс двойной. Девочка. Так, Егор и Вадим. Это вам. С помощниками можешь поделиться так, а это девчонкам. Все, на троих. На рыбу ловили.